Обвиняемый Батырхан Шамалиев виновным себя не признает, даже наоборот считает, что в этом деле он сам жертва. Якобы знакомый был должен ему крупную сумму денег, однако вовремя долг не возвращал, а потом вообще скрылся. Вот и пришлось потребовать деньги с брата должника, причем весьма специфическим образом. Начинается слушание дела по обвинению Батырхана Шамалиева. По версии следствия, в апреле прошлого года Батырхан с друзьями насильно затолкали потерпевшего в машину и увезли на окраину. Потом стали требовать 4 миллиона тенге. Чтобы запугать жертву, даже стреляли из ружья. Забрали машину Nissan Тиана и дали срок неделю. Я Батырхан Шамалиев, 1989 года рождения, служил в армии, затем 3 года на контрактной службе. После этого занялся бизнесом. Когда через неделю Батырхан пришел за деньгами, то был взят сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью по подозрению в вымогательстве. В доме у него были обнаружены обрез и патроны, а также 52 грамма марихуаны. Подсудимый обвиняется по статьям вымогательства в особо крупном размере, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также в хранении наркотических средств. По главному обвинению в вымогательстве подсудимому, если подтвердится версия следствия, светит срок от 7 до 15 лет. Суд приступил к рассмотрению дела.